И раз, ой, раз, и все, видите, с дымком пошло. Привет, друзья, сегодня у нас праздничный мукбанг. Присоединяйтесь. Сегодня мы с вами отметим за один из замечательных и любимых наших праздников. Сегодня мы отметим День защитника Отечества. А если по старому стилю, то День Советской Армии и Флота. Я даже, кстати, записал несколько выдержек, чтобы не забывать, если что, буду обращаться к списку. Так что не обращайте внимания. И жена мне сделала подарок. Классный такой подарок. Она сделала мне салат оливье, и мы решили с ней попить шампасика. Такой скромный вечер у нас будет. Ну и присоединяйтесь к нам. Вот. Так как, если обратить внимание, я служил в морской пехоте, полк находился в Крыму, так что мы чисто для символизма выбрали шампанское такое массандровское. Вот. Как говорится, полусухое, но будем пробовать. Да что ты такой, надо чай с шампанского открывать, а то что нехорошее телодвижение получается. Включаем минометчика. Так, и раз, и все, видите, с дымком пошло это дело. Давай, дорогая моя, стой бокал, теплесно. Оп, видите, бокал, жена сегодня со мной. Будет питаться, выпивать. И дочка тут со мной, все тут со мной. Один я в кадре. Вот. Налили. Так вам помаленечку. Люблю пену там все дела. Друзья, с праздником. Здоровья всем. В общем, за нас, за защитников Отечества. Для всех, кто защищает нашу родину. Полусухое. Что там прям как с сластинкой, да? Полусухое. Ага. Там чуть-чуть сахар есть. Ну да, сейчас сахарок и есть. А что, прикольно, да? Вкусно. Вкусно. Ребят, вкусное рекомендуем. Сегодня жена мне сделала такой салат. Вот это вот настоящий, действительно подарок. Вот он, настоящий. Внимание. Мы, мужики, вообще сами по себе такие любим внимание. Заботу какую-то. Знаешь, мы вот эти вот все бритвы там, станки, подарки. Сделай ты мне пожрать хорошенечко, чтобы прям покушал. И что-нибудь мне прикупи такого, чтобы я тяпнул. И все. Будет хорошо. Вот. Сегодня вся страна отмечает праздник. День защитника Отечества. Мало кто, конечно, помнит, откуда этот праздник пошел. Ну, старше поколение, конечно, скажет то, что в 18 году к Петрограду шли немцы. Брест-Литовский мир как раз перемирие с немцами в Брест-Литовске заканчивалось. И немцы опять возобновили военные действия, то есть войну, уже против молодого советского государства. И пошли, значит, по всему фронту, там, Минск, Псков и к Питеру. А Ленин в этот момент с Яковом Свердловым издали манифест. И стали добровольно создаваться части Красной Армии. Ну и, соответственно, согласно пропаганде, дали отпор немцам. Может быть, что-то было и не так, но с
спустя, спустя время, когда к власти пришли демократы, полезли наружу всякие недобитки, либералисты. И стали говорить, только никакой победы не было, то, что в рабоче-крестьянскую Красную Армию записывались только быдло, и то из-за того, что там сухпаёк давали, а не то, что немцев защищать. От немцев, то есть защищаться никто не хотел. И это нам как праздник, так начинает втирать вот это вот. То, что и в армии служить не надо, пусть быдло служит. На самом деле, любой среднестатистический либерал, он вообще с тобой, он только пока с тобой хорошо, пока ты полезен. Вот мы когда присягу принимали, мы поклялись защищать свою родину. И вообще, вот, допустим, вот, когда люди женятся, существует такая вот у них клятва. И в горе, и в радости. Любить друг друга, быть верными друг другу. И хорошо быть верными, да, пока там жена молодая, красавица, муж зарабатывает. Прям очень хорошо быть верными. И вот раз у мужа не так получилось, заболел, с работы выгнали. Жена обабилась уже, ну, тоже там все хозяйство, там у меня в целлюлит поплыла. И вот здесь вот действительно проявляется вот эта вот крепость чувств. Так же и с родиной. Готов ли ты жить на родине? Одно дело, когда у тебя выбора нет, и когда у тебя выборы есть. Куда ты переметнешься? Так вот, либералы, они все не любят этого. А больше всего они не хотят оказаться в казарме. А даже выписал здесь. Вообще, вот любому человеку трудно оказаться в казарме. Это вырвать себя из зоны комфорта, где тебя окружают такие же мужики, только которые здесь уже давно и все знают, а ты ничего не знаешь. Учиться тебе приходится исключительно на бегу и исключительно на практике и на своих ошибках. Давайте, друзья, с праздником. Что надо, давай, присоединяйся. Звон бокалов. А какой були-були хороший, а? Что, мне прям понравился. Вообще весело. Вообще приятно снимать мукбанг, когда я здесь один отдуваюсь, а вся семья вот там, и все, значит, советуют, делай то, делай это. Дочка того гляди, сейчас камеру снесет. Жалко, словом таким крепким нельзя выразиться. Вот. Кстати, друзья, вот вам вопрос такой, на засыпку решил поумничать. Вот какая самая умная книга вообще существует? Прямо сейчас можете написать в комментариях. Ну, можете написать потом в комментариях, я все равно сейчас ответ дам. А по-любому, вот кто-то из вас сейчас скажет, ну, по-любому самая умная книга – это Библия. Друзья, вообще прям, ну, не могу с вами не согласиться, то, что самая умная книга – это, да, Библия. Но! Есть еще и умнее книга, на самом деле. Самая умная книга в мире – это
Устав Вооруженных сил Российской Федерации. А знаете почему? Потому что она писана умными людьми для самого последнего дурака. Да? Какой ты, папа, острый, да? Прям язва из тебя прет, да? Вот такие вот дела. Тут как на работе, ну вот, занимался я на работе. Работой, то есть работал. Как выпьют, так заговариваюсь, это вообще хана. И потребовалось нам по служебной необходимости 23 числа выйти на работу. И один нас заныл, да зачем я в праздник выходить туда-сюда. Погоди, говорю, какой праздник? День защитника Отечества. Погоди, говорю, а ты какой Отечество защищал? Да когда и где? Ты же не служил, говорю, ни хрена. И он, короче, такой, ну как же так, ну если же вдруг что, к чему, я же буду защищать Родину, так если что, и я в космос полечу, да? Только я почему-то вот не требую себе на день космонавта, там, красного дня, когда или подарок мне какой-то организовывается, да? Вот так вот, друзья. А еще говорят, иногда тоже слышал такой фильм, а давайте не будем праздновать, то есть не будем его называть День защитника Отечества, а будем называть День мужчин. Ну, в принципе, так-то оно да, праздник всегда общий, но поздравлять в этот праздник именно надо в первую очередь ветеранов, кто служил, пенсионеров, кто служил, кто служит, потому что в основном в армии даже много женщин, которые служат, а их почему-то никто даже и поздравить не может. И вообще у военных, вот у настоящих военных, настоящий праздник это 8 марта. Сейчас объясню. Потому что 8 марта, во-первых, это красный день календаря, и никаких построений. А 23 февраля, это, во-первых, все выгладись, все постройся. Командир полка выйдет, начнет там речь толкать туда-сюда. Потом всех организованной толпой поведут. Праздничный завтрак, столов, уборка помещений, чтобы опять все блестело, все опять пашут в парадной форме. Потом какой-нибудь организует культурно-спортивные мероприятия. Опять же, все там бегают, футбол, эстафеты. За этим, опять же, куча народа смотрит, все при делах, все при деле. Вот это, я понимаю, праздник. Вот это, я понимаю, полежал у дивана с пивком, да? И даже после этого не при дел. Все толпой поведут в клуб. А там как он дед-ветеран, ну, уважаемый дед-ветеран. И вот он начнет рассказывать, как он в свое время держал оборону. В принципе, правильно рассказывать. А после этого еще покажут какой-нибудь фильм «Павел Нахимов». Вот красота где. Вот это, я понимаю, праздник. Одно дело, когда ты в кино девушку сводил, другое проведет такой праздник. Ну, это я что-то заговорился, ребятки. Кто в теме, тот, скорее всего, поймет. Ну, а женщинам особое спасибо. Всегда они нас поздравляют. Ты что, мне предложи что-нибудь чокнуться, да? Да, давай. Да, давай. Давай, зрители, мы с вами. Жалко, друзья, конечно, не снимают, то есть не показывают хороших фильмов эти дни.
патриотически. Вот уже который выходной. Единственный нормальный, который более-менее фильм посмотреть можно было. Это «Государственная граница». Еще старый такой советский фильм. Кстати, на белорусской киностудии снят. В этом плане братья белорусы молодцы. Им у них всегда достойные. Потому что они-то не дают плевать на наше советское прошлое. Не то, что наши отечественные киноделы. За все последнее время ни одного достойного фильма не вспомню. Вот только «Брест крепость» хорошую сняли фильм. 28 панфиловцев хороший фильм сняли. Прям. И там, вот действительно, без нытья, без комиссаров, без политруков вот этих кровавых, мужики, никто не рыдает, все делают свою работу, защищают свою родину. Пришли немцы, отбиваются от немцев. Едут танки, отбиваются от танков. Все просто, все ясно. Нет этих истеричек. Единственное, только в «Брестской крепости» как-то ее сыро сделали, с музыкой не дотянули. Вот еще вчера вот только посмотрел «Государственная граница», год 41-й. Кстати, рекомендую пересмотреть, кто не смотрел. Все там ясно. Фильм снят в 86-м году. Это 35 лет назад. Без графики, без всего. Все с кнопки, все взрывается, все туда-сюда. Вот немцы бегут, вот наши по ним взрывают. Вот немцы падают, глаз воспринимает. Вот наших всех поубивали. И есть там трогательный момент. Когда жены погибших пограничников приходят и хоронят всех их. И музыка там играет, вот, вот от музыки, от этого прям аж сколько лет смотрю, все ком к горлу и подходит. Прям подступая скупую мужскую слезу втихаря пускаю. Вот, хотелось бы, чтобы побольше таких фильмов снимали. Поменьше штрафбатов, побольше хороших фильмов. Ну вот, ребятки, с вами я очень хорошо покушал. Не вот разнообразно, но просто единственное, надо в праздник что-то сказать. В праздник я все сказал. Да? Жена меня прям поздравила как надо. А мне от жены много и не надо. Поздравила. Поцеловал, сказал, что я самый лучший. Вообще, знаете, как нам приятно? Вот. Она из всех дебилов выбрала самого дебила. О, какая честь! Всем понравилось, так что давай-ка, любимая. С праздником! Ну, друзья, на этом, наверное, мы с вами будем прощаться. Кто не подписался на мой канал, обязательно подпишитесь. Нажмите колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Кто же подписан и остается со мной, обязательно поставьте лайк. Или дизлайк, скажите Керину, ну не дотянул ты сегодня. Обязательно пишите комментарии, где я отличился и где я что-то облажался. Каждый комментарий мне дорог. Каждый подписчик мне родственник. Так что, друзья мои, всем пока, и с вами был настоящий полковник.